Вадимка для прикола, а Васька след за ним. А Рита для того, чтоб наряды показать. А Оля для того, чтоб все новости узнать. А ты, а я, скажи, зачем ты ходишь в школу? А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? Сережа, вот, к примеру, не учится совсем. Зато он в школе первый задира и спортсмен. А Валя по предметам по 7 имеет 5. Зато из-за оценок ей некогда гулять. А ты, а я, скажи, зачем ты ходишь в школу? А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? Пригодится.